Благословенное имя нашего Господа. Всем еще раз добрый день и мое приветствие во имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Еще раз приветствую всех друзей в скайпе. Всех вам благословений, пусть мир Божий будет в вашем сердце. Также вам, присутствующим здесь, мое благословение. Ну а также тем, кто будет смотреть это в интернете видео, благословит вас Бог. Если вы желаете присоединиться к нам также через интернет, и если у вас нет своей церкви, вам некуда пойти, то скайп вы найдете в описании этого видео. Сегодня мы продолжаем изучение книги Тимофею «Второе послание». Сегодня будет 3 глава, а возможно и подведем завершение и 4 пройдем. В зависимости, как поведет Господь Бог. Сразу хочу сказать, что первые вступительные слова апостола Павла относятся непосредственно к последним дням, прямо к этому времени. Также хочу, чтобы вы заметили, что Павел пишет Тимофею относительно церкви. Некоторые думают, что Павел говорит о последних днях, в которые наступят тяжкие времена, и люди будут самолюбивые, и в конце он говорит, имеющие вид благочестия, но сила отрекшаяся. Некоторые думают, что Павел говорит о событиях, которые будут в этом мире в последнее время. Но это не так. Павел не описывает события мира и в мире происходящих. Павел напрямую тут показывает, какие будут церкви в последнее время. Грешники они всегда были. И злоречивые, и непокорные, и гордые, и неблагодарные, и недружелюбные. К ним это вообще не относится. Павел описывает состояние церкви в последние дни. Я хочу сказать, что в принципе мы прибыли. Итак, вы можете прочитать это с первого стиха по 5 стих. Павел подводит итог. Имеющие вид благочестия. Благочестие – вид благой чести. Добрых людей, хранящих честь. Знаете, их можно отождествить как тех, о которых он говорил также о сатане. Что сатана принимает вид ангела света, то есть благочестивый вид Божьего ангела, но он такой хитрый и лукавый. Также его слуги, Павел говорит, принимают вид служителей Божьих, служителей правды, но конец их не будет по делам. Итак, вид благочестия. И здесь Павел говорит, что внешне верующие будут подобны благочестивым людям, вид. То есть даже их внешность. Ну, к примеру, внешний вид благочестия женщины, ну какой это? Ну, давайте приведем такой пример. Опрятно одетая, не вызывающая, юбка, прикрывающая часть ее тела там. То есть одета внешне прилично, не разукрашенная, не разряженная, как новогодняя елка. Ну, так, скромно, красиво, но скромно так, без вызывающих всяких излишеств. И вот это внешнее такое подобие. Или возьмите мужчину, подобие благочестия. Ну, обычно такой благочестивый вид вызывают священники, когда он в рясе, с крестом на шее, ручки сложившие мирно, так знаете, на груди. Знаете, как это делают? На груди ручки сложили. И таким тоненьким голосочком, ласковым, знаете. То есть, ну, посмотришь на человека, слушай, благочестивый, да? Такие вот, аж с придыханием будут рассказывать. Такие вот ласковые, знаете, такие вот, ну, просто милашки. Они проповедники. То есть внешне благочестивый вид. Но Павел показывает это только внешне. Почему? Потому что в свое время Иисус показывал и фарисеев, саддукеев и прочих. Он говорит, вы только людям снаружи кажетесь праведными, а внутри полны костей. И Павел говорит, что среди христиан, опять же, не грешники, верующие, среди верующих будут именно такие внешне красивые, порядочные, ухоженные, внешне ласковые, как неоднократно говорится в Писании, что даже красноречием будут увлекать простодушных. То есть такие, ну, то есть это ж никогда дьявол ведь не приходит к верующему с рогами, с копытами, с вилами, с пятаком поросячим, да, таким свинячим, и копыта из-под балахона, да, когда как в детстве пугали, да, или там во времена инквизиции дьявола с пятаком свинячим и копыта из-под рясы, знаете, и вилы, трезубец такой какой-то там. Ну, это только, знаете, там, лет 300 назад еще, может быть, и
так сказать, прошел бы такой, знаете, вид дьявола с пятаком и с копытами, с подрясы. Но на самом деле это вообще не евангельский образ дьявола. Он вообще, дьявол до такого не опустится, с пятаком поросячьим к людям являться, знаете. Павел говорит, что он приходит в образе ангела света. И служители сатаны, они никогда к вам не придут, знаете, с окурком тут залипшим на губах. Неряшливые, знаете, такие, с перегаром во рту, знаете, такие. И не будут тебе вилы ставить горло и говорить там, ну-ка там от Иисуса отрекайся. Да нет, абсолютно, все совершенно иное. Это будут благочестивые, внешне прекрасные, милые люди. Но Павел говорит, внутри они всегда будут непримирительные. Они будут клеветать на других, невоздержанные, да? Жестокие, никакого милосердия. То есть обычно в церкви вот эта религиозная жестокость в чем проявляется? Она вылазит тогда, когда в церкви тот или иной брат или сестра согрешил. И вот это сразу вот начинает задушать медленно. То есть жестокий, никакой милости не оказываешься. Гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные. Ну это уже дети верующих родителей, да, в церкви. То есть такие неблагодарные, нечестивые, недружелюбные. Вообще дружить ни с кем не хотят и так далее. Не мирятся ни с кем. Жестокие, не любящие добра. Предатели, наглые, даже напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. То есть, любящие жить всласть. Ну, мне кажется, это относится к такой категории верующих, которые очень любят Евангелие процветания. Ну, вот это напрямую просто к ним. Потому что все их мышления, образ жизни, проповеди, все связано вокруг того, чтобы богатеть и жировать. То есть, любящие сласть, сладко жить, сластолюбивые, то есть они вот во все это погружены. Таковых, он говорит сразу, удаляйся. Не грешников, Иисус был другом мытаря и грешников. Грешники злые, неблагодарные, вот для них будьте другом. Ну это факт, мы должны быть, ну опять же, в разумном понимании этого слова. Не означает, что должны там дружить непонятно с кем. Но к этим, Павел тут же ниже говорит, принадлежат те, которые вкрадываются в домы вдов. То есть это верующие, приходящие в домы к вдовам. Дальше что они делают? Обольщают женщин, вдов, соответственно и других женщин, вкрадываясь в дома. Утопающих во грехах, водимых различными похотями. Это такие учителя, которые вкрадываются, объедают, как Иисус говорил, лицемерно долго молятся, обольщают. Сегодня я говорил короткую видеопроповедь относительно вдовы. И у меня сестра одна спросила, ну, чтобы быть настоящей христианкой, должна ли я отдать Богу последнее? Я говорю, нет. И вдова к этому никак не подходит, о которой говорил Иисус. Хотя эта вдова была наищедрейшей женщиной, готовой отдать все самое последнее. Но Бог нигде не требует от верующих отдавать последнее. Нету такого. Даже в законе Моисея такого не было. В Новом Завете тем более нигде Иисус не призывал отдавать самое последнее. Нету. Но это была инициатива женщины. Так вот, помните, Иисус говорит следующее о фарисеях. Они вкрадывались, объедали вдов и лицемерно долго молились. Я сегодня подумал, а что это у них за привычка дурная такая была, к вдовам постоянно ходить и их объедать? Откуда? На чем основа ихняя была? На мой взгляд, я не утверждаю, что это так, но на мой взгляд, они взяли этот пример из ветхозаветного Илия. Потому что Илия, помните, и вдова. Да. Что Илия ей сказал? Отдай мне. То есть Илия, по сути, Илия забрал последнее у вдовы. Ну, так и есть. Да. То есть он попросил последнее. Накорми, говорит, сначала меня. Но обратите внимание, это единичный случай. Илия не поступал так со всеми вдовами. Илия не ходил по вдовам, ко всем вдовам и не говорил, а ну-ка последнее мне отдай. Бог тебя благословит и позаботится. Это был единичный случай, где Илия взял у вдовы последнее. Но опять же, когда он брал, я уверен, что он брал по откровению от Духа Святого. Тем более, перед тем, как Илия пришел к вдове, Бог сказал вдове. Потому что, когда Бог послал Илию, он ему говорит, я сказал там женщине-вдове, чтобы она о тебе заботилась. Обратите внимание, действие на двух концах. Это не просто Илия там пришел, и женщина голодная, тут врасплох и так далее, отнял у нее последний кусок и так далее. Типа на милость Божью, Бог тебя благословит. Не, Бог уже говорит, он говорит, я повелел там женщине-вдове тебя кормить. То есть вдова уже знала по откровению, что придет Божий человек.
Поэтому она отдала ему последнее, потому что ей Бог открыл, что нужно его будет накормить, этого человека. Все, поэтому она разделила хлеб с голодным, последний хлеб вдова разделила. Но Илия не занимался этим каждый день, и каждый день Бог вдовам не говорил кормить Илию и так далее. Это единичный случай. Но фарисеи использовали этот случай, ну, наверное, отождествляя себя с великим пророком Илия, поэтому ходили по домам, молились там. Илия что же там за сына вдовы после молился и даже воскресил его из мертвых? Наверное, эти тоже думали, что они по примеру Илии будут объедать вдов, и они же там молились. Но Иисус говорит, лицемерно долго молились и объедали вдов. Хотя, казалось бы, что они голодные, что ли, фарисеи были? Ну, по-моему, и так неплохо жили. Но, видимо, здесь какая-то была религиозная подоплека, и, на мой взгляд, это было связано с случаем Илии. Потому что современные проповедники, желающие вас объесть, они всегда будут вам приводить пример вдовы Илии. Но опять же, искаженный образ приводить вдовы Илии. Понимаете, то есть не в контексте Нового Завета. В контексте Нового Завета наоборот говорится, что не проповедники должны, как Илия, постоянно там объедать. Опять, в негативном свете я это преподношу, да? Объедать вдов. А наоборот, там говорится, церковь должна заботиться о вдовах и брать их на свое попечение. Понимаете, Новый Завет абсолютно противоположный смысл относительно вдов приносит. Так вот, эти имеющие вид благочестия будут их объедать, силы отрекшиеся, удаляйся их. Таких людей удаляйся, говорит Писание. Всегда учащихся, то есть обольщают именно таких женщин, которые утопают в различных грехах и похотях. Можно сказать, что это глупые женщины, невозрожденные. Они учатся всегда, но не могут дойти до познания истины. Следующее. Как и Ани и Амри противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. То есть вот она, развращенность умом. Как фарисеи ходили, на мой взгляд, опять же, по примеру Илии, объедать вдов, к примеру, да? И здесь он показывает, они как и Ани и Амри, развращенные умом люди, то есть превратного ума. То есть для них Евангелие это способ хорошо поесть, попить и заработать. Все, вот это пример современного развращенного ума. Для них благочестие служит поводом для прибытка. Также говорится, удаляйся от таких. Так вот, хочу еще обратить внимание, и Ани, и Амри, да, они немного успеют, ибо безумие ихнее обнаружится перед всеми, точно так же, как и с теми случилось. Обратите внимание, что сегодня для некоторых, ну не для всех, конечно же, но для некоторых пасторов, они любят себя Моисеями выставлять. Вот заметьте, вот везде практически пастор равно Моисей. Все остальные, кто не согласен с пастором, что они говорят? Вы дофаны Корей или Иоанни и Амври, которые противились Моисею. Помните? Вот они сегодня все любители себя в роли Моисея выставлять. Хотя это абсолютно неправильно и вырванный, опять же, из контекста Библии клочок. Современный пастор и Моисей – это две разные фигуры, два абсолютно разных служения, два разных характера, вообще два разных персонажа. Наш пример не Моисей, наш пример Иисус Христос в контексте всего Нового Завета. Аминь. Итак, но они немного успеют, их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах. Таковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Видите, апостол Павел был гоним за то, что он проповедовал. Мы это уже видели в прошлых посланиях Павла, где Павел подал хороший пример для Тимофея, чтобы тот укреплялся и закалялся в вере Божьей. Дальше. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Кем гонимы? Вот теми, о которых Павел говорит во 2 главе с 1 по 5 стих. Будут гонимы теми, кто имеет вид благочестия. Ну, снаружи, знаете, есть два вида христиан. Наружнее имеющие благочестивый вид. И те, которые не имеют вид, а носители вида. То есть не внешние, а внутренние, они носители. То есть не вида, а самого благочестия. Опять же, благочестие мы приобретаем через благодать Божью, через нашу веру. Настоящая, благая честь, которую мы сохраняем во Христе Иисусе и в Духе Святом.
все желающие, то есть верующие, желающие жить благочестиво во Христе, обязательно будут гонимы. Кем? Своими же. Всегда, запомните, в церкви всегда два рода людей. Каин и Авель, книга Бытие, показывает две ветви человечества. Два, так сказать, проявления в человечестве. Возрожденных свыше духовных, настоящих детей Божьих. И Каин олицетворяет всех, по сути, олицетворение детей дьявола. Потому что тот из-за зависти и гордости убил. И вот эта духовная линия, так сказать, два духовных ответвления на протяжении всего существования Земли. Так всегда было. Всегда. Причем религиозные всегда убивали тех, кто действительно живет благочестиво. Начиная со времен инквизиции и заканчивая сегодняшними духовными гонениями и осквернениями настоящих христиан. Когда плотские всегда пытаются осквернять настоящих духовных. Через клевету, ложь и тому подобное. Всегда. Как Исав и Иаков, представляющие в утробе женщины ту же самую группу людей, так и в христианской среде. Всегда такая группа людей существует. Еще апостол Павел говорил, плотской всегда гнал, рожденный по плоти, всегда гнал рожденного по духу. То есть плотские верующие всегда преследуют духовных. Почему? Потому что настоящие духовные живут реально духовной жизнью свято во Христе. Плотские не имеют силы. Они имеют только вид благочестия. Но при этом верующие вроде как, да? Но внутренность ихняя неизмененная. Она то такая же, как Павел сказал. С 1 по 5 стих. Только внешний вид. Но все они в церкви. И они постоянно, у них постоянно стычки и духовное противление с теми, кто живет по духу. Они их гонят. Потому что если ты желаешь жить благочестиво, будешь гоним. Злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. Обратите внимание, у них, знаете, плоды, они растут в своих плодах. Ну, плодоносят, но приносят злые плоды. Ну, много. Преуспевают во зле, Павел говорит. Вводя в заблуждение и заблуждаясь. Итак, корень ихнего заблуждения производит заблуждение в других людях. Они вводят в заблуждение. Кого они вводят? Павел показал, вторгаясь в домы женщин, глупых, так их назовем, и обольщают этих женщин. Они учатся, никак не могут научиться. Все. А ведь помните, что все Евангелие нам показывает, что, во-первых, наш Учитель Святой Дух. Если этого Учителя нет внутри, будешь обманут, и тебя обманут. Будешь обманываться до тех пор, пока сам не возьмешься реально за Евангелие и не начнешь его изучать самостоятельно. Вот до тех пор, пока верующий самостоятельно не изучает Евангелие, он находится в зоне риска быть обольщенным. Почему? Потому что в основном верующие современные это самые ленивые люди, лентяи, утробы ленивые, как однажды их назвал Павел. Я сейчас объясню, в чем ленивые. Я не говорю о том, что они работать не хотят. Некоторые такие трудоголики, что они будут пахать на свой дом. Это неплохо, нормально, работать своими руками там. Ну, это все прекрасно на своих местах. Но они лентяи в том смысле, чтобы вникать самим в Евангелие. Вот в чем они лентяи. Они, ну, пастыри есть, пастыри нас обучат. А откуда ты знаешь, правильно ли он там тебя обучит? Для того, чтобы знать, ты должен сам вникать в Евангелие. И до тех пор, пока ты сам лично не начнешь изучать Евангелие, а просто будешь питаться только лишь от проповедей, которые ты слушаешь в своей церкви или в интернете, о, друг, ты в зоне риска. Реально тебе говорю. В зоне риска. В первую очередь, на первом месте ты должен самостоятельно вникать в Евангелие. И уже потом проповеди проповедников. Потому что если ты сам вникаешь в Евангелие, ты хоть знаешь материал, да, что тебе проповедуют. Потому что любой проповедник может ошибиться. Я иногда за собой замечаю. Знаете, что-то в проповеди сказал, потом раз-раз чувствую, что-то не то сказал. Что-то раз чувствую, сбой какой-то, знаете, вот в духе произошел, да. Вот. Иногда раз меня брат Андрей, опа, поправил, уловил. Там, или еще кто-то там, жена там, раз бывает, там что-то там подсказала. Или Дух Святой меня напрямую, раз прямо во время проповеди, оп, отмотал так назад, раз-раз, оп-оп, исправился. А ведь это хорошо, да, почему меня смог, почему, к примеру, брат Андрей, опа, раз так,
и зацепил, что я, ну, что-то там перепутал, не то сказал. Ну, потому что он слушает Евангелие. Он там на работу едет, плеер воткнул в уши и едет слушает, к примеру. То есть он всегда ну, старается в Евангелии. Ну, надеюсь, что так, что всегда. На самом деле, не знаю, как в последнее время. Но, в принципе, сколько я Андрея знаю, он любитель слушать Новый Завет в наушниках, в плеере, да, поехал и слушает. Почему? Почему он так легко ухватывает? Раз, да потому что он Евангелие читает, слушает. Понимаете? То есть, а если бы он не слушал, не знал бы, я там спутал каких-то два персонажа, так бы и дальше бы прокатило бы в людей. Они бы, хуже того, представьте, если бы они эту мою цитату взяли и дальше бы кому-то пересказывали, да? Вот так заблуждение потом и образуется. Поэтому в первую очередь вникайте в Евангелие Иисуса Христа и в себя. И тогда прекрасным образом сможете слушать проповедников, уже имея внутри себя фильтр. Аминь. Конечно, у меня нет вообще никакого умысла там специально что-то там перепутать местами. Ну, бывает иногда что-то. Слава Господу. Итак, ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При этом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Здесь я думаю, что Павел говорил Тимофею о законе, да, о священных писаниях, потому что писание священное – это был закон Моисея. И мы знаем, что многие верующие того времени, ну, Павел тоже брал разные образы из Ветхого Завета, указывая. Опять же, хотя мы в ином завете, мы должны это правильным образом понимать, мы в ином завете с иными обетованиями и условиями. Но Павел говорит, что священные писания, которые ты знаешь с детства, могут тебя умудрить во Христе Иисусе. Все писание Боговдохновенно, то есть вдохновлено Богом самим. И оно полезно для научения, обличения, исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Замечательно. Мы сегодня имеем прекрасное учение, так же, как об этом говорится в послании Петра. Мы имеем вернейшее пророческое слово, которое подобно светильнику во тьме светящему. И вы правильно делаете, что обращаетесь к нему. Кому? К светильнику, к пророческому слову. Конечно же, некоторые хитрые выдумали, они говорят, Елена Уайт наш пророк. И мы имеем пророческое слово. И вы правильно, что обращаетесь к брошюрам Елены Уайт. Другие говорят, вы правильно, что обращаетесь к нашему пророку Джозефу Смиту у мормонов. Третьи говорят, у нас есть Бранхам, его пророческое послание, и вы типа правильно делаете, что обращаетесь к Бранхаму и его проповеди. Вообще не об этом говорится в Писании. Наше пророческое слово – это пророческие высказывания Иисуса Христа и его апостолов, потому что Церковь Божья стоит на этом основании пророков и апостолов, имея Христа Иисуса краеугольным камнем, то есть камень, который завершает все строение Божьей Церкви. Этот камень в основе лежит, и этот камень, который есть Христос, в завершении лежит. Хвала нашему Царю! Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Одновременно здесь Павел называет Иисуса и Господом, и Богом. Аминь. Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. При явлении Христовом Он будет судить, Павел говорит. Теперь самые прекрасные наставления для служителей в церкви. Проповедуй слово. Не басни, не пересказывание чьих-то проповедей. Знаете, как проповедники, чью-то проповедь выхватил, пересказал, выучил, отрепетировал за 2-3 дня там и давай ее пересказывать по бумажке. Не, это не то, это не слово. Хотя это было словом, кто-то его сказал по вдохновению. Но когда ты просто дублируешь, это уже подделка считается. Ну, не оригинал. Ну, по сути, так и есть. Поэтому нам говорится проповедовать слово. Не копировать кого-то, а само слово проповедовать. Быть настойчивым вовремя и не вовремя, то есть во всякое время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Обратите внимание, что обличение и запрещение
должны иметь также терпение, быть долготерпеливым, терпеть со всяким назиданием. То есть, если ты кого-то обличаешь, старайся назидание принести это брату или сестре, чтобы ты в назидание это говорил, а не с каким-то там, знаете, возвышенностью там, не знаю. Почему? Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Шок. Вы, наверное, представьте, в каком шоке от этого был Тимофей. Павел вообще, знаете, подводит во втором письме своем, итог подводит. Он говорит о наглых, о ругателях, там, о тех, в первых посланиях тоже. В конце он вообще итог подводит. Тимофей говорит, другими словами, послушай, вообще такое время настанет, когда здравого учения принимать не будут. В церкви верующие. Представьте, насколько Павел показывает, они ослепнут вообще. Перестанут воспринимать здравое евангельское учение, слова Иисуса Христа и наставления его апостолов. Просто перестанут быть восприимчивыми. Не будут. Ну что они будут делать? По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху. То есть избирательными станут избирать учителей, которые льстили бы ихнему слуху. То есть, будут слушать тех, кто, знаете, вот, ну, вот ласково для ушей говорит. То есть, они будут искать именно таких проповедников, которые, ну, никогда не обличат их, там, не поправят. Знаете, такие вот толерантные, как это сегодня новомодно, да, так? То есть, ну, вот именно таких, то есть, чтобы удобно, комфортно было. Они будут искать именно таких учителей, которые уху льстят и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Обратите внимание, что такие проповедники, он о них сказал, и люди, в оконцовке вообще от истины отвратятся, будут проповедовать басни. Просто басни, рассказы. Знаете, мне это еще напоминает. Выходит проповедник за кафедру и полтора часа посвящает тому, как он рассказывает. Дорогие братья и сестры, вчера мы поехали, я был на рыбалке, я был на отдыхе, я ловил рыбу. Ох, как чудесно Господь создал эту природу. И слава Господу, я поймал две рыбки. А потом мы ехали и приехали. Короче, вся проповедь, то, как он поймал две рыбки, и в оконцовке слава Господу. Ну, это басня, это не проповедь. А людям нравится, да. Или, знаете, еще что-нибудь. Понимаете? То есть слово не проповедуется, проповедуется басня. Басни про рыбалку, про шляпы, машины, трактористов, хлебоуборочные комбайны, про природу, про рыбок, про моря, про леса. И все, это басня. Или новости новые, да, новости соседней церкви расскажут. Там, сплетни, по сути. Да. Переделанные, заезженные свидетельства. Может, они и были настоящие свидетельства, но одно и то же заезженное свидетельство. Или знаете, если этот пастырь в тюрьме сидел, то он постоянно будет на каждой проповеди рассказывать про то, какой он был злодей, как он сидел в тюрьме, как он уверовал в тюрьме в Господа Бога. Хотя это плохо, что ли? Нет. Но когда это на каждой проповеди вам рассказывают, я сидел в тюрьме, а я там уверовал, а Иисус там творил чудеса, а вот у нас там... Ребята, это уже басни. То есть это уже не свидетельство, это уже басни. И знаете, каждый раз они приукрашивают и приукрашивают свои рассказы. А людям это нравится, вроде бы все это во славу Божью. Но когда это каждый день вам рассказывают про то, как они раньше, про то, как раньше было, это говорит о том, что сегодня у них с Богом нет никаких отношений. Это про то, как бабушка сидит с дедушкой, и бабушка кому-то рассказывает. А вот как я помню, у меня раньше-то в молодости было. Ага. Это вот, да, это все, о чем осталось вспомнить, как в молодости было. А сегодня нету. Сегодня нечего вспомнить. Она не может сказать, что вчера с дедом у нее то же самое было, что в молодости. Остается только вспоминать. Так и сегодня эти горе-проповедники, им остается только вспоминать, как у них в тюрьме было, из которой они вышли 20 лет назад. Уже пора давно забыть про это, но они все помнят. И таких примеров массы. Говорит о том, что сегодня у них ничего нет с Богом. У них только в тюрьме 20 лет назад было, когда их там прижало, они взвыли там к Богу, и Бог им отвечал.
А все, 20 лет прошло, так и все, тю-тю, ничего нету. Или вспоминать, как у тебя 30 лет назад была первая, ну, когда ты там женился, ну, и вспоминать. А вчера у тебя что, не было позавчера? Ну, хотя бы неделю назад. Все, ничего нету у людей. Прошла любовь, конец. Так у некоторых любовь к Богу давно прошла, и ей конец. Они только басни одни могут пересказывать о Евангелии. Или там еще о чем-то. Должны быть настоящие взаимоотношения с Господом Богом сегодня. Аллилуйя! Сегодня! Аллилуйя. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же самый. Не только вчера. Неплохо то, что было вчера, но апостол Павел говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед к вышнему званию, к высшей этой чести, плепочести во Христе Иисусе. Хорошо иметь вчерашние свидетельства, но это было вчера, и это прекрасно, но что сегодня... О чем ты сегодня засвидетельствуешь? Если не о чем, значит нужно искать эти взаимоотношения с Господом Богом. Идем дальше, друзья мои, слава Господу. Отврати от слух от истины, обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, то есть проповедуй, исполняй свое служение. Будь благовестником, проповедуй Божье слово, не басни, пересказы, а слово. Потому что именно Слово вселяет людям веру, надежду. Именно Слово очищает церковь. Именно Слово приготавливает к церкви. Приготавливает церковь к пришествию Иисуса Христа. Само Евангелие, пронзающее наше сердце, производит в нас эту великолепную веру Иисуса Христа. Не басни и лапша по ушам, знаете. Аминь. Будь бдителен, потому что я становлюсь жертвой, уже Павел говорит, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Слава Господу, дай Бог каждому из нас, так сказать, в старости своей, в конце своей жизни, как и Павел сказать. Слава Богу, веру сохранил. Аминь. Прекрасно. Совершил свое течение, то есть призвание, сохранил веру. Слава Господу! И Тимофея, он в этом же наставлял. Ох, Тимофей, храни веру. Потому что будет время, когда они все отвернутся. Реально отвернутся. Ты, говорит, храни эту веру. Все, дальше он говорит, готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро. Обратите внимание, что Павел его призывал к этим вещам, говоря, что все его оставили, и Димас, даже Димас, один из его друзей, оставил меня, возлюбив нынешний век, ну, то есть в мир ушел, так если говоря. Хотя при Павле был, ходил рядом, ну, такой был брат Димас, ну, Дима по-нашему, хороший был друг, видимо, Павел. Он говорит, ну, даже Димас оставил меня, возлюбил этот век, современный век. Ну, остыл Димас, видите, и то, что в жизни Павла были чудеса, знамения там, и всевозможные подвиги веры, то, что Димас видел в Павле, и как бы там Димас не рассказывал, сколько он с Павлом где был, где ходил, чего видел, что слышал, и какие свидетельства имел, все это Димасу не помогло, нынешний век того времени его увлек, почему? Потому что Димасу, скорее всего, не хватало личных, внутренних и индивидуальных отношений с Иисусом. Ты мог бы ходить рядом с самим Иисусом во плоти. Вот был бы сейчас вот здесь вместо меня, к примеру, сидел бы буквально Господь Иисус Христос. Вот как раньше он с учениками. Слушал бы ты его проповеди, учения, наставления, к примеру. Если бы ты не имел внутреннего вот этого стержня, тебе бы это тоже не помогло. Понимаете? То есть... Не помогло бы, абсолютно. Внутренний духовный стержень является вот этим твердым основанием непоколебимой веры. Димас его оставил, пошел в Фессалонику. Ну и так далее, в разные города. Один, говорит, Лука со мной остался. Марка возьми, приведи с собой, ну и так далее. Тихика я послал. Ну, дальше Павел говорит, за книги, которые он читал и просит, чтобы ему принесли. Павел вспоминает в 14 стихе Александра Медника некого, много сделавшему ему зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Ну, видимо, такой, знаете, влиятельный был брат, что Павлу
пришлось много раз напоминать о его зле, которое тот совершал. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им». Представьте, вот это путь слуги Божьего. Все меня оставили. Почему? Потому что Павел шел путем Иисуса Христа. В конце жизни Христа его тоже все оставили. Факт. Конец служения Иисуса Христа был, можно так сказать, с человеческой точки зрения позорным. То есть, с человеческой точки зрения Иисус не выглядел как победитель, величайший учитель и так далее. Потому что финал его служения была позорная смерть на кресте. И увенчан он был не аплодисментами и благодарностью от людей за свое служение, а именно те, кто постилал свои одежды, когда он въезжал в Иерусалим на осле, и кто махал ему палевыми ветвями, именно эта же самая толпа, ведь события-то происходят практически в одном и том же месте, проходит совсем немного времени, как та же самая толпа, ну там вообще смешанная 100% толпа была, там всех хватало, она уже кричала: «Распни его». Наградой от людей за его служение был терновый венец. Никто ему корону, как папе римскому, тройную тиару, или какую там, что у него там, не придумал, не дал ему. Никто его не наградил, не принесли ему кучу денег, ничего. Его убили и похоронили практически позорной казнью, и умер он в позорной смерти. Но он триумфально воскрес, восторжествовав, победив тем самым ад, смерть, могилу. И все бесовское. И оконцовка служения Павла была примерно такой. Его все оставили. Кто? Друзья верующие. Он остался один. Почему же, Павел, ты остался один, да? Чего ж они от тебя все уходили? Наверное, притыкались. Наверное, Павел что-то там неправильно нес и проповедовал. Нет. Просто Павел был целеустремленным человеком, говоря о себе: «Я стремлюсь к цели. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Но друзья, которые были у Павла, его друзья, такие как Димас и все остальные, это друзья были, братья, остывали по пути. И Павлу приходилось, переступая, грубо говоря, через это все, продолжать двигаться дальше. Поэтому путь за Христом – сложный путь, это индивидуальный путь. Твои друзья пойдут по ходу налево, направо. Вот представьте, ты, допустим, и с тобой, у тебя там, к примеру, там 5 друзей. Ты целеустремленный, у тебя цель — это Христос, и убрать ее вроде все нормально, но походу с годами вы идете, опа, одного в мир уносят, третьего в блуд, четвертого еще куда-то, пятого раз. И ты вроде пытаешься их во Христе удержать, а никак. И тебе остается один единственный вариант. Или ты идешь дальше сам один, или ты вместе со своими братьями, друзьями квасишься, вот то, как вот это, как ее, селедка в консерве. Это самое он. Килька, братская могила. Хорошо, если вот эта килька консервная подходит к некоторым церковным системам. Либо ты реально будешь закручен хорошо, знаете, законсервирован, как вот эта скумбрия, или кто там, килька в братской могиле, в консервной банке. Все, и не выйдешь ты оттуда никак. Ну, только при воскресении там, может быть, и воскреснешь. Еще и то неизвестно куда, для оправдания к вечной жизни или для наказания. Уж как будет. Поэтому Павлу пришлось идти до конца. До последнего конца. Не поворачивая вслед Димаса и всех остальных братьев. Хотя это и были братья, но все его оставили. В оконцовке один. Иисус тоже практически в оконцовке остался один. Это нам говорит о том, что мы должны целеустремленно быть готовыми следовать за Иисусом. Даже если придется следовать одному. Без своей любимой церкви и без своей любимой подруги во Христе. А вдруг твою подругу в мир потащит, вдруг она в блуд пойдет. Ну, бывает, да. Были две подруги, служили Господу, одна в блуд пошла, вторая ее уговаривала бросить блуд. Нет, что теперь? Все, оставляешь подругу дальше за Христом. Или церковь. Все было хорошо, шла церковь прекрасно, потом совратилась. Вроде ты пытаешься кричать, тормозить ее: «Дорогие друзья мои, любимые братья, сестры, остановитесь». Не, все, поперли. Ну что остается делать? Выходи и следуй дальше один.
А как? А никак, другого варианта нет. Либо ты умираешь со всеми, либо ты живой, хоть один, но пойдешь живой, понимаете? Вот это путь за Христом. Павел говорит в оконцовке, все, один я остался. Все меня оставили. Но Господь предстал и укрепил меня. Ох ты! Вообще замечательно. Это как с Илией. Помните, он тоже жаловался Богу, говоря, что все его оставили, но Господь Бог явился и говорит, Илия, все хорошо, у меня еще есть малый остаток. И Павел говорит, меня все оставили. Представьте, как ему было тяжело, один вообще. Просто один остался апостол, все бросили. Но Бог пришел, Господь Иисус, предстал мне и меня укрепил. Чтобы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. Замечательная поддержка от самого Господа Павла. Знаете, вот братского плеча уже рядом с Павлом не было, дружеского. Он остался один. Еще и в заключении, представьте, там брошены. И у него остается один, который обещал ему никогда не бросить. Самый лучший друг – это Иисус. Он к нему приходит и укрепляет его. Павел в восторге говорит, избавился я от львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Часто я встречал верующих, которые жалуются. Ну, много раз за несколько лет моего пребывания в интернете мне верующие пишут, Женя, рассказывают все страсти про свои местные церкви. Я им верю, я реально верю, да, что ужасные страсти происходят в некоторых церквях. Но я им говорю, что ты там делаешь? Ну уйди ты из этой церкви, уйди ты из нее. Что ты мучаешься? Что ты туда тащится тебя постоянно туда? Что тебя туда волочит? А как я, говорит, буду, если я уйду? Так посмотри, апостол Павел один остался, и Христос его укрепил. Авраам ушел из своего Ура Халдейского, и Бог его подкреплял на протяжении пути. А сегодня они сидят, плачут, как наш брат Андрей любит говорить. Мыши плакали, кололись, но продолжали кушать кактус. Такая шутка. Так вот, мне говорят, христиане в этой деноминации своей плачут, колятся, им там колко сидеть. Они там им уже невыносимо. Все, невыносимо. Понимаете, они там как рабы, месящие глину на фараона. Но вот они все равно будут туда идти. Их там будут оббирать, на деньги будут. Да там все что угодно будет, а они туда все равно идут. Странная психология вот этих христиан. Что ты туда идешь? Да не ходи, а как я одна буду? Да ты хоть одна будешь, ну ты хоть со Христом будешь. Пойдешь туда в церковь, вместо того, чтобы уйти оттуда духовней, уходишь оттуда, как будто по тебе катком проехали. И сидишь, думаешь, что я туда пошла? А я тоже думаю, что ты туда пошла? Что ты туда пошла, чтобы потом выть, что там духовно из тебя все соки выжали? И есть такие церкви, что лучше туда не ходить. Как пойдешь, уйдешь оттуда убитый напрочь. Думаешь, да лучше бы я дома почитал бы Евангелие от Матфея и помолился. И то Духом Святым бы исполнился где-нибудь в одиночестве, чем пошел в ту церковь. Пришел и так пустой, а ушел вообще духовно, как выжатый лимон, и думаешь, что я там делал вообще сегодня? Вот бывает так. Павел остался один, Авраам остался один. И к нему в его одиночестве, к Аврааму, пришел Мелхиседеку Дубравы Мамре. А Павел остался один, к нему пришел Христос и укрепил. Чудесно, друзья мои, если вы избираете евангельский путь, Христос вас укрепит. Аминь. И сохранить для царствия. Дальше Павел передает приветы братьям и сестрам, обещая, что постарается к ним прийти. И в конце говорит Господь Иисус Христос, с Духом Твоим, благодать с вами. Аминь. Встанем и помолимся, друзья. Всех вам благословений во Христе Иисусе. Аминь. Благодарю Тебя, дорогой Иисус. Спасибо Тебе, наш дорогой, милостливый. Небесный Отец, за это наставление. Спасибо Тебе за Твой Дух, укрепляющий нас. И мы будем петь Тебе хвалу, как в этой песне.
среди наших страданий, испытаний, даже если остаемся совершенно одни в меньшинстве, мы знаем, что Ты укрепишь нас и поддержишь. И не будем мы бояться ничего, никакую плоть и кровь, ибо Господь наша сила и поддержка. Хвалу! А я буду петь хвалу, буду петь Тебе, Иисус. Я буду петь хвалу. Нет страха мне в грядущем дне, и пока живу, я буду петь хвалу. Аминь.